Президента по осуществлению контрольных мероприятий в отношении оборонно-промышленного комплекса и выполнения государственного оборонного заказа. Мы сегодня встречаемся на московском машиностроительном заводе «Авангард», который входит в концерн «Алмаз-Антей». Предприятие действительно занимает лидирующие позиции в производстве зенитных управляемых ракет, комплексов противоракетной обороны. Здесь очень серьезный государственный оборонный заказ. Давайте поговорим о том, какие дополнительные задачи стоят сейчас перед предприятием. Мы делали это относительно недавно в рамках тех совещаний, которые я проводил. Денис Валентинович регулярно проводит. И было большое совещание у президента страны. Все они касаются, безусловно, расширения производства и увеличения количества выпускаемых изделий.